помни не всегда. Звуки скрипки, все живое, скрытое в тебе разбудят. А несчастье, надо презреть, а лютой ненависти и святой любви. Что творится, что творилось на твоей земле? Все в этой музыке ты только улови. Устала скрипка, хоть кого составят по местам. Эту песню я когда-то играла на гитаре в молодости. Приехала к мощам Спиридона Тримфосского. Он, оказывается, до 10 утра сегодня только было. Опоздала. Там кто-то играет. Побили летом, это скоро, это скоро. Побили летом. Что так быстро тают листья, и готовит на гитаре кто-то там. Понятно, а я ловлю, как эти листья, наши даты, наши даты, а я ловлю, как эти листья, наши даты, наши даты, а я кружу на прополую самой ветреной из женщин, а я давно искал такую, и не больше, и не меньше, а я давно искал такую, и не больше, и не меньше. Только вот ругает мама, что меня ночами нету, что я слишком часто пьяный бабьим летом. Бабьим летом, что я слишком часто пьяный. Бабьим летом, а я забыл, когда был дома, спутал ночи и рассветы. Это омут, это омут, бабье лето, бабье лето. Это омут, ох, это омут, бабье лето, бабье лето. Посмотрим, и старание утроим, построение устроим,
и пройдем железным строем, кому придет бой. Пусть мне кажется порой, очень хорошо сделали парк здесь. Цветы посадили, фонарики поставили, микрофоны стоят, приятная музыка играет. Сейчас пойду в церковь. Зайду все-таки, свечки поставлю за здоровье всем живущим и кто уже отшел от нас за упокой. Тут что-то было написано раньше. Установлен год 1975-летие Ярославля. Сейчас сколько лет, 50 что ли стоит, боже, перед вами. На этом месте в 1010 году Ярославль Мудрый основал Ярославль. Это церковь новая, возведенная. По всему городу, по центру стоят вот такие вот указатели красивые. Ярославль. Столица Золотого кольца. Опять это Олга. Олга рынок. Ярославль. Целовать песок ты ходила, с косок скаила. Корона, ух ты, какая корона поставили. Кафешки вот такие вот на велосипедах. Что у нас тут? Экспрессы. Чай 50 рублей, американо, латте американо 120, капучино, экспресс 70, горячий шоколад, понятно. Или кто такой? Тут катаются. Корона какая, карета. Наверное, она светится. И внутри цветы вот в этих вот штучках, там цветы красивые. Молодежь фотография берется, я люблю Ярославль. А что же не 5, 4, 5. Это наша стрелка. Здесь, когда я приехала в Ярославль, вертолет стоял. Не, ну когда не приехала, как он? Сыну было 6 лет, 86-й родился, в 91-м году. Здесь стоял вертолет. Мы сели на этот вертолет, экскурсии были, катали. Господи, я ведь боюсь летать. И все-таки для того, чтобы сын мой посмотрел, покатался на вертолете, я себя пересилила, сидела, дрожала, но я прокатилась с ним на вертолете. Так, посмотрим, что у нас тут. Ставьте купюру в предприемник. По истории Ярославля 3 минуты 50 рублей. Река Волга, матушка. Там поющий фонтан у нас. Вот так по прямой сети. Вот это вот фонтан, это поющие, они светятся, и музыка там вечером. Очень красиво. У меня где-то видео в компьютере есть. Волга.
здесь снимали кино. Большая перемена. Здесь вот он купался. Широка, широка. Какие липы большие. Я когда еще в Вильнюсе жила, мы с мамой сюда приезжали, сидели на этой набережной, все время отдыхали. Когда к бабушке приезжали в Ростов, приезжали в Ярославль и сидели здесь на набережной. Липы были маленькие. Мне было тогда еще 16 лет. Да, 16 лет, потому что в 17 лет я уже летом приехала. В январе мне исполнилось 17, и я в мае месяце приехала в Ростов. Вот такая вот Волга. Это у нас называется Стрелка. Там раньше когда-то стояла церковь. Старые-старые времена. Это не насыпное, это настоящий такой вот, вот, так сказать, полуостровок. Вот. Кто-то на катере катается, кто-то там катается на катере. Пойдемте дальше. Дуб перед церковью стоит, как символ твердости Ярославля. Огромные. Кстати, знаете, что сейчас творится у нас? Ой, какой здоровенный колокол. Царь колокол, наверное. Обалдеть. В Ростове-Ярославском упал колокол. Оторвалась душка. И он упал. 10 августа, когда горела церковь в Карелии. Вот вы представляете, и смотрите, что творится у нас. Что у нас творится? Сейчас православная церковь, что-то эти стоят, как вы. Репортеры стоят. Подождем, посмотрим, что будет. Журналисты стоят с камерой. Ну и мы подождем сейчас, что будет. Смотрите, джип едет. Хотя здесь ездить нельзя, видать. ФСБшники ездят, проверяют. Пойду-ка попробую, вроде дверь закрыта, но может там открыта еще. Сказали, что открыто, пойду-ка посмотрю.